Путь к успеху длиной в 55 лет. В интернате имени Стасовой двойной праздник. Открытие интерактивного проекта и презентация нового выставочного зала. Первая экспозиция в нем посвящена дню рождения учебного заведения. Идея выставки – показать не только историю школы, но и мироощущение ее воспитанников. Естественно, мы начинаем с 1933 года. Мы говорим, рассказываем здесь о системе отношения детей и воспитателей, педагогов, директоров и всех, кто окружал детей. На выставке представлены рисунки и письма воспитанников интердома, награды, поделки. Много здесь и фотографий, в основном черно-белые, на них улыбающиеся счастливые лица. За историю своего существования интердом завоевал множество почетных наград. Среди них ордена из ГДР, Болгарии, Дружбы народов СССР. Недавно у интердома появился новый предмет для гордости – медаль от Уполномоченного по правам человека Российской Федерации. У этой медали очень красивое название «Спешите делать добро». И так как, создавая интердом, Иваново-Вознесенские рабочие именно эту идею заложили. Спасти детей, сделать все, что возможно, доброго для тех детей, которые здесь окажутся. Вот оно продолжается все 83 года. Новый выставочный зал в интердоме собираются использовать постоянно. Предполагается, что здесь пройдет еще не одна добрая выставка. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.